В детском лагере «Космос» провели зарядку, главным условием которой было не вставать с места. Специфические упражнения показывали сотрудники специального отряда быстрого реагирования. Бойцы СОБР по всей стране проводят акцию «Зарядка со стражем порядка». Подробнее у Валентины Слукиной. С акцией «Зарядка со стражем порядка» тамбовский СОБР приехал уже во второй лагерь. Как и в православном лагере «Спас», так и в тульновском «Космосе» бойцов принимают на ура, чего стоит только захват автомобиля и задержание преступника. После ликвидации противника бойцы демонстрируют элементы рукопашного боя. СОБРовцы владеют различными боевыми искусствами. Показали и запрещенные в единоборствах удары и броски. Зарядка со стражем порядка должна привлечь к спортивному образу жизни и ребят из летних лагерей. Нашу работу показать изнутри, то есть не как раньше, там маски-шоу нами всех пугали, а именно ближе к детям, оторвать их задача основная, оторвать от улицы, вот от этого бесконтрольности, беспризорности и вовлечь именно в занятия спортом. Бойцы показали, как можно противостоять ножу или огнестрелу, что называется, голыми руками. Четкие и точные движения не оставили равнодушными даже девочек. Очень понравилась борьба против холодного оружия. Очень пригодится, так как если... Демонстрация экипировки и вооружения – особая часть занятий. Дети смогли потрогать и примерить все, что так привлекает внимание. За бронежилетом и автоматом выстроились очереди. Здесь не обойтись без физической подготовки. Только средства индивидуальной защиты весят более 20 килограммов. Так сойдет. Тяжело шлем, голову трудно держать. А так все удобно. В этой акции участвуют бойцы СОБР, которые побеждали и становились призерами различных спортивных соревнований. Завтра стражи порядка проведут зарядку в лагере «Солнечный». Валентина Слукина, Виктор Марченко, Олег Щербаков. Область новостей.